В деревья поехал, куда? Если увидим забор, значит все, приехали. Свин-паук, мы же его видим. Что это? Ой-о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 й-
что вы не увидите первую часть мувика, потому что у меня поврежден файл, как я не пытался его восстановить. Эта видюшка не может быть восстановлена. Это обидно, вы не увидите, как я скрафтил тачку, как я вывел ее, но да ладно. А, добрейший вечеру денечек. Так вот, короче, мы хапнули кровати и поспали. Так, я скину, пожалуй, все это сюда. Вот. То есть, продолжаем путь на УАЗике. Ой, это что там? Это Эндермен. Но я не могу из тачки кидать ничего. Поэтому вот так вот поедем. Так, Фанни Гуфи, он это, вылетел с сервака. У него там интернет что-то залагал. Ну, если он нас догонит, если зайдет, то, конечно же, подберем. А так, ну, сдохнет и появится дома. Так вот, я сейчас не знаю, куда ехать, правда. Ну да ладно, так. Думаю, вон туда. Вот если туда поедем, то приедем куда-нибудь. О, господи, что-то колбасит машину. Не знаю, можно потом будет сделать вертолет и самолет двухместный. Что было сейчас такое? Не знаю точно. Вот, короче. Так, топливо еще нормально остается. А, чего? Мы это ядро сломали немного. Так сказать, двигатель повредили. Блин, не знаю. От чего? Может, монстры ночью поломали, не знаю. Но это уже не моя проблема, это проблема машины. Хотя моя тоже, что я несу. Блин, надо как-то объехать. Эту гору. Ой-ой-ой-ой, куда мы полетели? Полетели, блин. Стант. Знаете, как в GTA 5 там станты можно делать? Здесь точно так же. Так, и какой максимальный троттл? 1. То есть вот это нормальная скорость машины. То есть она не лагает при такой скорости ничего. А, так вот. Стрелы. По кому стреляли тут? По нам, что ли? Так, надо найти лагерь. Я не знаю, где лагерь. Потом ребята создадут карту, там повесят где-нибудь там. Типа блокпоста сделают на той горе. Наверное. Вот. Аэродром там сделают и прочее. Ну, короче, будет найс. Вот. Блин, я не могу найти. Я, походу, уже гору объехал и найти не могу. Тут, боюсь, придется проезжать сквозь как-то. Сквозь деревьев. Ой-ой-ой-ой, что так дергается-то тачка? Ой-о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 й. Нет-нет-нет-нет-нет, потому что если колесо сломается, то это будет просто ГГ. Так, колесо не повредил? Нет. Чё? Машина сама починилась или чё? Или мне кажется? Так, ой-ой-ой-ой-ой, нет. Чё? Я топор подобрал. Ой-ой-ой, идите в деревья, поехал, куда? Ладно, сквозь листву поедем. Сквозь листву, так, 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 тихо, 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 ой, 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 так, я колесо не снес? Фух, нет, я даже не врезался, отлично, так, думаю, вот туда вот, если поехать, то приедем к лагерю, потому что, блин, без лагеря жизнь не та, надо к озеру ехать, как бы, если увидим озеро, то увидим одновременно и лагерь, ай, куда, я чё, врезался? По-моему, нет. По-моему, не врезался. Там вообще миллиметраж был. Так. Во, уже что-то знакомые локации. Надо вот туда вот ехать, чтобы увидеть, наверное, озеро. Если увидим забор, значит, все, приехали. Ой, свин-паук, мы же его видели. Свин-паук? Блин, еще и мод как-то убогий. Пауки какие-то. Да-да-да, все, я вспомнил дорогу, то есть вот назад вот так поедем. Собственно, сегодня мы увидели чего? Гору эту? Отлично просто. Так, а дальше куда? Я не помню. Ну ладно, думаю, вот этот лес, если объехать там, то можно... О, еще один свин-паук. Сколько их тут спаунится-то вообще? Ну ладно. Надо найти, блин, где? Где забор? Где забор? Я не могу его найти. Черт. Мы чё... А, все. Помните, вначале вот такая вот была. Ой, это что там такое? Так,
Что это тут раскидано? Ну-ка. Это чё? Это что? Что это? Лол. Лол. Базука! Базука и снаряд для него. Чё, квантовая броня? Что? Что, блин? Что это такое? Что я подобрал? На, забери. Что? Это чё? На что это одевать? Форма анклава. Это Fallout Craft, что ли? Лол, чё она тут делает? Лол. Ну зато базуку нашли, чуваки. Лол, квантовую броню. Из-за того, что флэнс-мод конфликтует, короче, то вот так не крепится. Лол, квантовая броня. Надо отдать. Наверное, деревенщине пускай бегает, типа как в Казахстане. Лол, теперь я могу быстро носиться. Блин, не-не-не-не-не. Слишком, по-моему, читерский. Ну, я, пожалуй, положу там эту броню в сундучок. Кому нужно будет, тот возьмет. Ну, нано-сабля, блин. А теперь... О, так урон 4 от нее, а так 20. Лол. Хороший хабар. Хороший. Блин, еще одна пушка из флэнс-мода. Я не знаю, что она тут делала, серьезно. Так, я даже с курса сбился. Вот туда, да, ехали? Окей. Жесть. Кто, вот, что, кто это положил? Я не знаю. Ни у кого тут нету геймода, ни у кого нету опа. Но как-то кто-то умудрился это положить. Чё за бред? Ну ладно. Не, конечно, мы заберем такие, конечно. Кто же откажется от бесплатной квантовой брони? Ну, по-моему, откажется только дебиль от квантовой брони. Да. Так и да. Квантовая броня — это очень хорошая штука. Она помогает от всякого урона, наносимого противниками. Поэтому так и если вы даете нам это бесплатно, почему бы мы не возьмем это? О, приехали! Ура! Приехали, приехали. Так, мы выехали на озеро. Главное, чтобы оно не... Ой-ой-ой! Нет! Это не озеро! Это конец карты! Черт! Я-то думал, озеро приехали, а это конец карты. Да. Лол. Блин. Черт. Ну ладно. Ой-о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 й
назад. Так, окей, как мы приедем, так сразу продолжим. Блин, ну... О! Только продолжил, сразу нашли. Отлично. Блин, только я не знаю, где Фанни Гуфи. Блин, он, наверное, застрял там. А, не знаю, придется сейчас открывать ворота. О, чё? О, отлично, блин. Классно. Фанни Гуфи нас уже встречает. Вот, уже встречает нашу тачку. Сейчас отдам ему кровать. Чё это сейчас было? Не знаю. Вот я специально эту дорожку сделал, чтобы, короче, вот так тачка ездила. Блин, я, пожалуй, квантовую броню отдам Фанни Гуфи. Так, открывай гараж. А, может, он еще гараж откроет? Гараж. Открой. Пулз. Ой, там слон. Я его боюсь. Не-не-не-не. Ладно, во, вот так прям в слона поставлю. Ладно, до свидания. Так, давайте отдадим Фанни Гуфи квантовую броню. Вот. Я ему уже рассказал. Рассказал то, что мы нашли ее. Блин, я не знаю, что она там делала. Просто взяли, нашли квантовую броню. Так, окей, эй, пошли. Сейчас. Наверное, с того раза, в смысле? В гэм... Не, они, кстати, не были в гэм. Короче, такие дельцы. Вот, тут комната так... Чё это? Украшена. Тут елочка стоит, вот. Блин, то есть все офигенно. Подарочки. Ну, типичный новый ход.
А, такие дела, собственно. Гуфи ест картофан. Настя влипает просто. Втыкает в стену, на елку. Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Собственно, тачка топ, советую. Потом будут самолеты, вертолеты и прочая фигня. Ой-ой-ой-ой. Ладно, ладно, сдаюсь. Все, все, все. Лол. Калаш, блин. Аллах Акбар. А, такие дела. Вот так и живем.